Слава Богу, дорогая церковь, я хочу вновь и вновь сказать вам слово на каждый день. Я верю, что именно сейчас Бог как никогда близок к нам, потому что Бог близок к сокрушенным сердцам. И мне хочется вам сказать одно слово, чтобы на самом деле сейчас каждый из нас больше и больше углублялся в Слово Божие, потому что Слово Божие, оно есть истина. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Я призываю вас, дорогие, наполняться Словом Божьим, чтобы на самом деле Божье Слово, оно работало в нас, чтобы мы были людьми веры, чтобы мы были людьми действия, потому что вера без дел мертва. И я верю, что сейчас Бог говорит каждому сердцу. Я верю, что сейчас Бог настолько близко, что мы можем просто в молитве прийти к Нему и услышать то, что Он хочет, то Слово, которое Он говорит, то откровение лично в вашу жизнь, которое Он несет через Слово Божие. Просто каждый день наполняйтесь Его Словом, открывайте и читайте, и познайте, что Бог благ и милостив, что Он спас и избрал каждого из нас. Да будет Ему слава во веки веков. Аминь.